Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в очередной раз смотрим Феллини. Феллини прод. Феллини вот это вот все прочее, только на этот раз не в GTA сам, а в GTA 5, кстати, я нахожусь в раю, вот тут вот типа это рай называется, да, я переехал в рай, вот поэтому теперь будет как-то вот так, я не знаю, как сделать так, чтобы тут не было просто все белое, ну будем считать, что я просто в раю нахожусь и все, тем более, ну вам же не нужны вот эти вот все стены, там диван, вентилятор на заднем плане, это же все вам не нужно, вам же нужна только реакция и Аризона. Ролиплей Феникса IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Давайте приступим к самому просмотру. GTA 5 Ролиплей. GTA 5 Ролиплей. Ага, Феллини прод. Товарищ полковник, мне надо взять патроны. У нас их нет. Офигеть. Слышь, овчарка, мы пришли за патронами! Да проходите, у нас их дохуя! Ебать, какого хуя сейчас было? Что? Схуя ли ты их пустил, а меня не пустил, петух? Ну они нас грабят, а ты обычный солдат! Я тебя ща ебну, овчарка! Как ты меня назвал? Пока, долбоёбы! Ха-ха-ха-ха, лохи! Офигеть. Эй, гиш-делахи, что тут происходит? Дядя, он на меня выёбивается! Он продаёт наши патроны, блядь! Вагулик, ты что, продаёшь патроны? Нет, дядя! Тогда откуда у тебя новый банши? Это не мой! Это моего личного водителя! Ты охуел, пидорас! Короче, Ренивал, ты отправляешься на обучение, учиться дисциплине! Ты чё, блядь, усатый? Научишься манерам, плохой солдат! Завтра ты отправляешься в новые войска, на базу Сэнди Шортс! Офигеть! Вот это переход, да, вот это Феллини красава, конечно. Это Ренивал, вот это он изменился. Здравия желаю, солдат! Здорово, гондон! Правильно говорить «Здравия желаю, сэр!» «Здравия желаю, сэр Гондон!» Ясно. Сейчас мы отправимся в оружейную. Садитесь в эту машину. Нихуя себе, чё за тачка! Какая-то, видимо, жесткая. Ебать мой хуй! Кстати, что вы предпочитаете из оружия? М-ку и Дигл. Автоматическая винтовка? М-ка, блядь. Просто есть винтовка Булпан, винтовка автомат МК-2. М-ку. М-ку дай, сука. Может, укороченная винтовка? Я тебе ща въебу, сука. О, привезли новый танк! Они оснащены новым саморегулирующимся мощным дулом! У Офигеть. Вас в штате такие есть? У мамаши своей спроси, какое у меня мощное дуло! Это неплохо, это Понятно. Неплохо. Понятно. Ну что ж, по вам видно, что вы неподготовленный солдат, который не знает теоретическую базу. Нам с вами предстоит очень долго работать. Думаешь? Может, целый год. Чё за базу? Я чё, типа, сука, тупой? Походу, 2 года. Что происходит? Похоже, на нашу базу напали! Божечки, что же нам делать? Это мы анимация все смешная, умрём! Бита, опять. Пощадите нас, не убивай! Чего?
чего, блядь? Они угнали наш истребитель, сэр! Фух, главное, нас не тронули! Вы что, суки? Вас опустили, как восьмиклассниц на вписке, а вы хуйней страдаете! Солдат Реневал! Как вы можете так разговаривать со старшими по званию? Вы же солдат! Где ваш этикет? Нахуй идите со своим этикетом! Где наши истребители? Они находятся в том гараже, но вам еще категорически запрещено ими управлять. То есть он не заметил. Ну ладно, это Филин. Это съемка, просто трейлер Battlefield новый какой-то, красава. Самый ебанутый вояка в этом мире, сука! Это да. И чё ты сделаешь? Тебе нельзя повредить истребитель или тебя уволят! Мне похуй! Логично. Реневал, ты уже прилетел? Я понял одно, товарищ генерал. Что? Товарищ генерал, бандиты опять напали на базу! Офигеть. Нам повыебываться или сразу их впустить, потому что мы лохи? То, что лохов ебут, а я не лох. Эй, лохи! Там дверь на склад закрыта, откройте! И патроны сразу нам в тачку загрузите, нам впадлу! На, сука, получай, мразь ебучая, пидорас вонючий, блядь. А это обучение и правда пошло ему на пользу. Реально, Arizona Roleplay Phoenix, IP в описании, мой промокод NoToxic54, мой никнейм Dante Connor, все находится там, в описании данного видеоролика, все там. Подписывайтесь.